сегодня такой день, раз это, я не знал, какую песню здесь петь, но раз так попало, что именно в этот день, Радоница, конечно, я не могу не спеть песню, которую я, естественно, написал благодаря и тому, что я не знал своего деда, который пришел с войны, весь израненный, больной, и вот поэтому что-то я прочувствовал такое, что от меня не было вот этого, этой радости общения со своим дедом. Поэтому послушайте, вот какая есть песня. Старичок седой, полна медалей грудь, еще хорош собой, пришел к нам в институт рассказать, как был на войне, фашиста бил на земле, как народ служил в той стране и терпел. А я тогда смотрел на него, и мысли унесли далеко. Эх, был бы сейчас здесь и живой мой дед. Знаю я о нем лишь с бабушкиных слов, как было все кругом, война и слезы вдоль. А сколько бы он мне рассказал о страшной той войне, показал ранение свое. Уже прошло столько много лет, но с фото, как и впредь, исходит добрый свет. И молча смотрит дед на меня, я знаю, что погиб за меня, не удалось дожить. Oh.